Добрый день! Поздравляем вас с победой на Moscow Open 2021. Поделитесь своими эмоциями, как прошла игра. Здравствуйте. Ну, в принципе, вообще весь турнир проходит хорошо. И игра очень удачная. В финале у нас получилось. Были недочеты по ходу турнира, но в финале прямо у нас получилось показать все, что мы можем. Полностью согласен. Расскажите в целом о своих впечатлениях о турнире и что для вас значит победа на Moscow Open. Ну, всегда приятно играть здесь. Здесь самые хорошие корты в Москве, как по мне. И эта победа реально очень много для нас значит. Да, это один из лучших турниров, и всегда организация очень хорошая, поэтому приятно. Поделитесь советом, что приводит спортсмена к победе. Тренироваться надо больше. Упорные тренировки, да.